Итак, гитара донор приобретена. Еще, кстати, бесплатно мне к ней досталось куча всего. Шнур джек, потом этот самый тюнер. Такой какой-то очень старинной антикварной модели, правда. Вот, также получилось найти звезду шерифа, обойти все антикварные рынки и найти в одном магазине звезду шерифа. Представляете, я все-таки ее нашел. Звезда шерифа, мать его. И у меня там даже был выбор. Так что донор приобретен. Сейчас я на нем в магазине проиграл. 49 евро. В полной комплектации. 2 года гарантии. Во-во, 2 года гарантии еще у меня. Так что продолжаем процесс. Ну что, друзья мои, перчатка брошена. Гитара донор за спиной. Сейчас, кстати, приду, вообще посмотрю, что из себя вообще этот стратокастер представляет. Интересно, кстати, такой он очень легкий. Я не знаю, еще он даже сделан. Но сама деревяшка мне не нужна. Дерево, деко с этого стратокастера я буду подвергать новым испытаниям. Так как у меня теперь опять остается еще одна свободная стратокастерная дека, я думаю, что я буду пытаться делать из нее морской стратокастер. Мне нужно будет облагородить эту деку, я думаю, каким-нибудь образом морской водой. То есть нужно будет оставить ее на какой-то продолжительный срок в море. Да, точно, в море. Стратокастер морской. И дать какое-нибудь ему имя. Для какой-нибудь... Красный дьявол у меня уже есть. Морской дьявол тоже называть как-то его. Надо какое-нибудь придумать ему название морское. Не знаю, может быть, мне что-нибудь еще в голову придет. Может быть, вам что-нибудь в голову придет. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну что, друзья мои, вот такая гитара. Вот она у меня и в хоромах моих. Гитара под названием Heaven. Я в интернете смотрел, перерыл весь интернет, так и не нашел, что это за гитара такая, что это за марка Heaven. В общем, гитара донор найдена. Посмотрим, не знаю, получится ли этот Heaven превратить в полный Hell. Этот рай мы превратим в ад. В принципе, она мне как донор подходит. Цена была смешная для этой гитары, так что это самое подходящее, что я нашел. Самое интересное, что у нее гриф, он просто черный, он даже сзади черный, я вам сейчас покажу. То есть вообще удивительно, то есть практически, ну это чуть ли не Gibson Stratocaster, понимаете? То есть в комплекте, смотрите, в комплекте шел еще вот такой старинный тюнер. Афинадор ATL-2, Аталайя. Представляете? Как первый EVM, такое ощущение, да? Как... Размер у нее такой очень положительный. Потом в комплекте шел рычаг для машинки, но я думаю, мне не понадобится. И в комплекте даже шел вот такой вот микроскопический провод от джек. Видимо, для качества этой гитары как раз то, что нужно, да? Сейчас мы попробуем на ней поиграть чуть-чуть. Хотя бы она рабочая или нет. Вот, я ее сейчас, я даже ее не подстраивал еще. То есть струны старые, ржавые струны стоят, не знаю даже какого размера. Thank you.
гитара очень легкая, такой очень легкий стратокастер. Гриф такой очень большой, плотный, S-образный, толстый гриф. То есть как раз блюз на нем играть хорошо. То есть не D-образный тонкий гриф, как вот на моем Les Paul, вот на этом новом, а такой, короче, гриф большой, брусок такой хороший в руках. Ну, для блюза нормально, сидит хорошо. Тюнеры я посмотрел. Тюнеры такие довольно жесткие, кстати говоря, там ступенчатые, они вот так не проворачиваются. То есть, в принципе, машинка, не знаю, но все равно это все под замену пойдет. Да, кстати, также я забыл сказать то, что я же нашел звезду. Сейчас я посмотрю примерно хотя бы, как со звездой моя дека вообще сидит. Напоминаю вам проект моего стратокастера будущего, Hellcaster. Вот примерно так в Photoshop я накидал. Так что звезду уже нашел. Донор, гитара донор тоже найдена. Кстати, друзья, мы сейчас сравнил со своим проектом. Примерил вот эту вот звезду, которую я прикупил, вы знаете. Даже в черном цвете, с белым вот этим пикгардом, да, с черной головкой грифа. И просто вот с этой, с одной звездой, шерифовской, золотой. Так круто смотрится, кстати. Вообще, могу вам, кстати, советую. Если хотите как-то стратокастер украсить, звезда шерифа золотая вообще прям спасает. Ладно, давайте, до скорой встречи. В общем, потихонечку мой проект движется. Но эта гитара должна хорошо звучать. Но так как я вооружен мастером своим, то есть мы доведем ее до ума тоже. Даже если мы там вообще все заменим, вплоть до черного грифа этого. Пока.